В минувшую пятницу состоялась очередная спартакиада медицинских работников. Сотрудники лечебных учреждений области, сменив белые халаты на тренировочные костюмы, вышли на старт на спортивных аренах базы отдыха «Самородово». За состязаниями медиков наблюдали наши корреспонденты. В 9-летней спартакиаде медицинских работников приняли участие 23 команды. Более 600 представителей лечебных учреждений приехали со всей области, чтобы помериться силами на беговых дорожках и спортивных площадках. Это не случайно, что медики начинают с себя, и медики выступают во главе здорового образа жизни. Я хочу вам всем пожелать здоровья, благополучия и, как обычно, больших успехов на наших малых дистанциях. Впервые в этом году в спартакиаде принимала участие команда Министерства здравоохранения Оренбургской области. Ее представители состязались на футбольных и волейбольных аренах, составили достойную конкуренцию за теннисными столами. Главная идея этого – принять участие в этом спортивном празднике. Вот. Неважно, будем ли мы победителями, главное – достойно представить министерство. И я надеюсь, что все-таки эта форма нашего участия будет в последующем развиваться. Мы будем достойно представлять все виды спорта. По традиции в программе спартакиады – легкоатлетическая эстафета, бег на короткую дистанцию 60 метров. Самые популярные – это, конечно же, игровые виды спорта, соревнования по волейболу и футболу. Немало болельщиков пришло поддержать и теннисистов. Большой интерес вызвал дартс. Право посостязаться в меткости было предоставлено руководителям лечебных учреждений. Спорт закаляет, вот, мобилизует. Если человек занимается спортом, он и результаты, и профессии дает хорошие. В этом году в летние соревнования организаторы включили и плавание. Индивидуальные заплывы на 25 метров не оставили равнодушными ни участников, ни болельщиков. Областная спартакиада медиков стала настолько популярной, что в некоторых территориях теперь проводятся предварительные отборочные соревнования. Мы всегда проводим спартакиады в течение года. У нас есть как летние виды спорта, так и зимние. Мы и плаваем, и играем в теннис, и волейбол, и бегаем на лыжах. В спартакиаде медицинских работников главное, конечно же, участие, но и победителей здесь также определяют. В этом году первое место завоевала команда областной клинической больницы, на втором – Гайская ЦРБ, на третьем – представители Кувандыкской центральной районной больницы.